связи с облагоустройством территории, которая сейчас производится, он мешал выполнению определенных работ. Памятник состоял был разборный, из трех частей, его аккуратно демонтировали и складировали на нашей территории. Монтаж, точнее демонтаж, выполнялся сотрудниками нашей организации. Эти действия согласованы с отделами архитектуры, культуры, также отделом идеологии. Дальнейшая судьба памятника будет определена совместно с властями города Слонима. Он будет восстановлен, и только будет определено, возможно, новое место, или это будет на нашей территории уже обустроенной, или какое-то будет определено место архитектором в черте города в более общественных местах. В декабре месяце мы приобрели часть территории авторемонтного завода с целью дальнейшего производства. Будет открыто новое производство. Белорусско-австрийская компания будет по изготовлению ПВК-профиля для изготовления окон и дверей ПВК.